До мене в одну шеренгу вставай. Товарищ підполковник, особовий склад резервістів для проведення заняття вишикуваний. Командир частини майор Томів. Вони прокидаються по команді старшини і виконують усі завдання, як звичайні солдати. Бігають кроси, здають нормативи, беруть участь у тактичних навчаннях. Я потеряв 10 кілограм. Говорю, що це? Цим призовникам по 40 років. Вони дорослі люди і знайшли себе у житті. Кожен має професію та родину. В гражданській житті я всього лиш навсього вчитель музики, педагог. А що ви преподаєте? Я преподаю уроки ігри по гітарі. Дітям, підросткам, та й взрослим теж. Гражданська життя, як би вам сказати, по спорту. Умови реаліті-шоу «Резервісти» на перший погляд не складні. Тиждень провести в сучасній українській армії, як звичайний солдат. Наші резервісти живуть в розположенні совершенно реальної армійської частини. У них совершенно реальна казарма, не постановочна. У них совершенно реальна старшина. Це прапорщик Зубач, п'ятикратний майстер спецназа «Краповий берет». І п'ятикратний владелец «Краповий берет» підтвердив його. І він дуже реальна старшина для них. У них совершенно реальний командир частини. И совершенно реальный замполит, который прошел все время спецназ ГРУ. Вот. Поэтому уж точно как бы нет у них ощущения, что это какая-то игра понарошку. Вони – герої реаліті-шоу і водночас прості люди, які відважилися на суворе випробування. Це вимагає неабиякої мужності. Ноги не себе просто поубивали, но реально мужики держались. Никто из них, хотя как им не было больно, каждый вечер был вопрос, кто хочет остаться, кто хочет выйти, никто не хотел выходить. Молодежь, которая с ними состязалась, которая там с ними там участвовала в этом всем шоу, молодые курсанты, они были от них в восхищении, потому что они понимали, что мужики, которым 40 там, с хвостом, там, двоим, по-моему, 44 года, они выполняли нормативы для 20-летних людей. Я объясняю, у меня все просто. У меня живот плюс рюкзак в это отверстие не помещается. Какое отверстие? Ну, там подземный переход. Люк. Проем. Проем, да. Отверстие в другом месте. Ясно. Вот в отверстие тогда поместимся, если надо. А там, вот в этом не помещается. Протягом знімання масштабний видовищний проект несподівано для режисера перетворився з реаліті-шоу на документальний серіал. Армейские реалии выявились цікавішими за сценарий. Изначально я думал, что они послабее, а характер показали очень серьезно, особенно вчерашний день это показал при прорыве блокпоста. То есть характер у них есть, люди волевые. Есть некоторые физически там немножко отстают, ну так и 40 лет, это же не 15. Но характер у них есть, и это очень положительно. Я вот не ожидал, что такой у них характер будет. Уже на другий день проекту резервісти забули про відеокамери. Вони були не акторами, а звичайними солдатами. Тут вопроса о камерах вообще нету, потому что когда ты бежишь, ты чувствуешь, что состояние дыхания, ты концентрируешься с силами, ну, чтобы тебя хватило, то есть как бы концентрируешься на это внимание, а о том, что вокруг есть люди или еще что-то, это вообще нету. Где можно пройти горную подготовку в 50 лет? Это очень классно. Сейчас под танки ложимся, под бронетранспортеры, такие полосы препятствия, которые в армии нет. Тут такое ого. За задумом режисера, проект має показати глядачам українську армію без міфів і страшилок. І повернути на екрани культ справжніх чоловіків. Изначально я понимал, что в слове, вот в названии реаліті-шоу будет больше реаліті, чем шоу, скажем так. То есть в любом случае проект не развлекательный, а увлекательный. Поэтому я думаю, что это можно воспринимать, то, что будет в эфире, то, что мы сделаем, как документ, который фиксирует состояние, эпоху. Поэтому такое документально увлекательное реалити-шоу «Резервисты». Дячеслав Душка, Ганна Силаєва, Харків, НТН.